По улице Приморска прокладывают новый трубопровод. Делают это для обеспечения теплоснабжением домов, которые строят в районе бухты Нагаева. Из-за ремонтных работ часть улицы Приморска перекрыли. Параллельно специалисты теплосети будут убирать старые трубы, чтобы облагородить территорию парка «Маяк». В районе дома Приморская-1, с фасада здания, мы убираем сети, которые были изначально проложены как временные. На сегодняшний день мы производим их укладку под землю, для того, чтобы обеспечить нормальный вид как дома, так и вид со стороны парка «Маяк», ну и, соответственно, попутного благоустройства, обеспечением тротуаров, дороги и прочее. Работы планируют завершить в сентябре. В Магадане специалистам теплосети предстоит еще выполнить около 20 разрытий, так как неисправные участки коммуникации расположены под землей.